иностранные граждане за нарушение административного законодательства, то есть по факту зарегистрированного в одном адресе. В России усложняются правила пребывания трудовых мигрантов. Ужесточение в первую очередь коснутся постановки трудовых мигрантов на миграционный учет. Любая постановка мигрантов на учет в нежилом помещении будет считаться фиктивной, если мигрант не работает в данной фирме. Сотрудники полиции напоминают о том, что граждане, прибегающие к незаконной регистрации по месту пребывания, могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. Альтернативой штрафу становятся исправительные работы или же лишение свободы сроком до 3 лет. За нарушение данного правила грозит уголовная ответственность с предусмотренным штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо в размере иного дохода осужденного за период до 3 лет. Одним из инициаторов данного законопроекта является известный исламофоб вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Правозащитники отмечают, что Ирина Яровая является инициатором многих антиисламских законопроектов, в числе которых статья 205.5 УК РФ «Санкции в виде лишения свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения», по которой в российских тюрьмах по сфабрикованным делам сидят несколько десятков граждан Таджикистана.